Gurudev told, I'm saying to the rest of devotees, Gurudev told, today came the disciple of Srila Narayana Goswami Maharaj, and today Gurudev wants us to read and to discuss the secret path of devotion, the book of Srila Narayana Goswami Maharaj. So today, I think we will read, yesterday we stopped in the English book, the page 35. Gurudev, can I ask the guest again, because now I can hear and I want to introduce and also to get acquainted with him. Говинда-махи, можно вас на минуточку, да, это самое маленькое предложение. Ну как, он на прошлом зуме обещал, что я буду читать. Ну хотя бы 5 минут пускай мне, я на начало игры хотя бы вот поделюсь, чем я сегодня, как, да, чем я жил, как я служил. На 5 минут я могу зачитать, да, на, ну, 5-10 минут. А потом, ну, на 5, наверное, не получится. Да. Мы... Нет, подождите, давайте сначала спросим. Гостя, давай, хорошо, давай. Я спрошу у него, спрошу. Давайте, пожалуйста, сначала просто познакомимся, потому что редкий момент. Раде-раде. А можно еще раз вас спросить, как вас зовут и как вы оказались в Мунгер-Мандире? Очень нам интересно, пожалуйста. Меня зовут Махамуни Дас. Сейчас живу я в Рупсанатане Гаудия Матхи. Вот, и я Сады Махараджи уже давно, в принципе, знаю. И даже с вами мы общались когда-то, помню, даже в Zoom какие-то я участвовал. Вот. Но сюда я пришел просто потому, что я в Кемерово. Ну, мы друзья с Яти Махараджем. Вот. И в принципе, я хотел давно сюда вот прийти, в саду Махараджи. Да и преданные там из России меня некоторые, то есть, попросили, чтобы я сюда пришел. Вот я здесь. Все просто. Здорово. Здорово. Очень приятно познакомиться. Отлично. Рады-рады. Он, и поклоны вам тоже. Очень вам повезло, что вы с Гурудевом. Мы тут все мечтаем только, чтобы с ним оказаться рядом. Гурудев, Radha Govinda is very eagerly asking from you to read. He wants to read and to share the Lila he is meditating on. So before we will read Hidden Path of Devotion, he is humbly asking to share his bhajan. A little bit, like 5 minutes, he's saying. Well, listen. I want to listen. You want to listen? Yeah. Okay. Да. Можно, да, Говинда Махини? Да, он говорит, что, конечно, он хотел послушать. Ну да, и как бы вот это начало игры хотя бы начнем. Книга Ведак Амада, вот она, если что, она может быть и в исконовской вот вариант есть. Да, it is from Ведак book. С комментариями Ананта Дас Бабаджи, да. With commentaries of Ананта Дас Бабаджи. Говорите, пожалуйста, да, вот, ну, графон. Небольшими фразами. А, да. Чтобы легче было переводить. Да, вот я начинаю с первой. Два первые. То есть Рупа, я хотел, да, как Ананта Дас Бабаджи всегда говорит, то есть это молитва Рупы Госвами, да, Рупы Манджари, 500 лет назад. То есть он поет, молится и плачет. Вот самый, да, момент нашей практики Гаудия Вайшнава. Поет, молится и плачет Рупа Госвами. И он видит, ну как бы, да, какую-то картину, да, игры Радха Говинды. Vidagdha Madhava is a book of Srila Rupa Goswami, and he's praying, crying, and singing. And Radha Govinda is saying that this is our method of our bhajan, to pray, to sing,
and to cry. So while he's doing this, he's seeing the Lila. Судха, судха нам чандрин матхури, амон мадади мани, дадхана радхади праная, ганасарай сурабхитам, сама антам сантам тхадама, вишама самсара сарани, прати. Пранитям те тринатум, харата лила шикарани. Перевод. Пусть игры шихари, расовая сах, сократят несчастье, невгоды материального существования и уничтожат игры хари, уничтожат все нежелательные в ваших жизнях. Да. Да, сейчас. Let the lilas of Shri Hari will reduce... сократят что? Сократят несчастье, невзгоды материального существования. Let the lilas of Shri Hari will reduce all the miseries of material existence. Говорится, что, да, по тексту я перевод молитвы. Игры, да, вот эти, о которых мы читаем, да, Говинда Махарана, наши зумы, Вилапаку Суманджали, да. Игры верховной личности Бога подобны напитку. Это смесь йогурта с сахаром. Знаете, такая густая смесь. Нектара, да, божественного. И давайте, да. These pastimes of Supreme Personality of Shri Hari is like the drink, very thick beverage of yogurt and nectar. Эти игры, да, вот о которых мы сейчас будем, да, читаем, да, погрузимся в игру, они сокрушают гордость нектара луны и распространяют благоухающую сладость любви Ширадхи и Говинды. These beautiful pastimes, they are crushing the pride of the beauty of the moon. And they're like the flowers, they're spreading the smell, the beautiful smell, fragrance everywhere. Very nice. Beautiful. Very nice. Next, little. Пусть Верховный Господь, да, Верховный Господь, Говинда, Шьяма, Мохан, и известный как сын Шачи Деви, Нитянанда, всегда пребывает в глубинах ваших сердец, о вайшнавы. Но те, кто будет слушать эту молитву, представляете, благословение Рупа Госвами. It is the boon of Шрила Рупа Госвами. Let this Supreme Personality, this Shyama, Krishna, Mohana, Govinda, let him enclose himself in the depths of the heart in the form of the son of Shachi Devi, of Shri Gaura Hari. Wow. Сияя блеском, блеском расплавленного золота. Представляете, золото, Говинда Махиня, ощутите вот, да, вот эту чистоту, глубину, да, вот этой эмоции, а это же бхавы, да, то есть это чувство Радхарани. Вот этим сияя блеском расплавленного золота, да, Радхики,
он не зашел в эпоху Кали-Юги, да, как Нитайгор, сияя в эпоху Кали-Юги, и по своей беспричинной милости он даровал то, что ни одно воплощение Бога не давало до этого, никогда не даст. Манджарика. And he's shining like the molten gold. And Radha Govinda, he's adding that, he's saying that, please try to feel what is the molten gold. It is the bhavas of Radhika, it's the Radhika love, so effulgent, so hot, and so golden, shining. And this son of Shrimati Shachi Devi, he's appearing in this Kali Yuga age to give to everyone very rare gift, which was not given before this time, this Manjari Bhav. И теперь такая картина, ну, вы своими словами приведите, да, я добавлю, антураж такой, внешний. То есть полянка, да, в доме, в Явате, на полянке, да, в доме там, ну, во дворе, сидят Лалита и Рада, и они беседуют, две гопи беседуют, и Рада, да, наша Рада, она обращается к Лалите, вторая гопи Лалита, и она говорит: подруженька, то есть... Я думаю, говорит Рада, что я сейчас должна пойти собрать плоды вот в той рощице, ну, Гунджа, вот той рощице. То есть Раду что-то очень, представляете, Раду затянуло в нее внимание. Она же думает о Кришне, а тут у нее пошел взгляд, ну, как бы, непонятно, кого она смотрела. Ну, я думаю, то я должна пойти вот в ту рощицу и пособирать плоды Гунджа, говорит Рада Лалита. So, Radhika and Lalita, they are sitting in some courtyard, and they are talking with each other. And Radhika is saying to her friend, to Lalita, she is saying, oh, my girlfriend, I think I need to go to the nearby forest or a grove to pick up some Gunja berries. И Лалита, да. То есть мы от себя добавлю такое, да, маленькое вступление. То есть это мир любви. То есть Лалита, она отдаст жизнь, да. Она министр обороны. То есть никто не войдет. И она с такой любовью и нежностью говорит Раде. А та, знаете как, она хочет собирать плоды, ну, где-то подальше от дома идти, в какую-то рощицу Кунжа. Опять же, это как бы такая ночка. И вот Лалита говорит вот с такими чувствами. А? Ночью? Но это потом станет ясно, да. Я не расслышала. Давайте Лалитин монолог. Лалита говорит с любовью к Рафи. О, подруженька, подруженька, Рада, твое тело настолько прекрасно, что даже тень этой красоты невозможно сыскать во всей вселенной. О, беспокойно ликая, ты можешь собирать эти плоды. Но я тебе говорю, тебе не стоит входить вот в ту Лиановую рощу, поскольку говорят, что там такой красивый бог гуляет по ночам. Кто там? Я не расслышала. Полубог. Ну какой-то мужчина. Ну как, бог. Сияющий. Только не ходи туда, вот в рощицу, знаете, там Мадхави из Лиан. Любовь, so, она ее предостерегает, Гавинда Бхактини. And so he's saying that, can you imagine this world? That world is the world of love. And Lalita, who is like a guard, who is very bold and tough, she's talking to her friend, but in a very tender way. She's saying to Radhika with a great love, oh, my friend, I think you should not come to pick up these berries from that grove,
because there some people are saying that in this grove some demigod or some shining personality is wandering around, so she's warning her not to go there. И Лолита предостерегает ее, говорит. То есть гуляет какой-то красивый парень. Лолита ее, знаете как, Говинда Бахини, она ее останавливает, потому что, ну сейчас поймем, ну то есть Лолита сама влюблена в него. Она же знает. Она говорит, он такой красивый, ты забудешь своего Кришну, снова вообще не ходи. Матушка, не ходи. Полубог какой-то гуляет. И она говорит. Давайте к этим. Короче, просто чтобы я у меня, чтобы легче было. So Lolita is warning Radhika. Oh, my dear girlfriend, you are so beautiful. Your body is, we cannot compare your beauty, the beauty of your body with anything. But you should not come to that grove, because there some demigod or some beautiful boy is wandering around. So you should not go there. And she's saying like this because she also fall in love with this beautiful personality, with this boy. So she's warning her not to come there, because she's saying, when you see this beautiful demigod or the beautiful boy, you will forget anyone, and even your Krishna you will forget. И Лолита говорит, Радочка, он такой красивый, пленительный цвет, его лица темный, как черная тушь наша, темный, значит, такой полубог, знаешь, сияющий, красивый. Он с очарованием. Там вселенская, знаете, Говинда Бахини, ну представьте на секунду, взгляд Кришны на Раду, пленитель, с очарованием искоска смотрит на прекрасных молоденьких девушек, на всего Вриндавана. И те, кто посмотрят на него, они становятся его вечными возлюбленными любовницами. Гарем, гарем. И Лолита говорит, миленькая, ну не ходи. А там Кришна ее ждет, Говинда Бахини. Понятно? Он там, наш Говинда, наш Мохан. Рады, рады. So, Lolita is warning Radhika. Radhika, you should not come there, in that grove, because this boy, he is so charming and so enchanting. His face, all his appearance is like a fresh rain cloud, and his eyes are so restless, and his brows are dancing. And when he just at once glance on some girl, this girl becomes his eternal maidservant and lover. So please, you should not come. But Radha Govinda is saying that we know this, that Krishna is waiting for her there, but Lolita is trying to protect her friend and not let her go there. И Рада, Говинда Махини, она как бы, знаешь, она слушает, ну, она же ее тоже любит. Она понимает, что ее она останавливает. Но помните, перед этим, вначале мы читали, что она ее почему-то поманила Кадамбовая роща. Ну, что-то вот, знаете, это Гунжа, вот, ну, да, Рудракши. Пособирать. И у нее мысль, знаете, она же, знаешь, как она однонаправлена. Но сейчас ее потянуло как бы вот на Гунжу. И Рада слегка, ну как бы сделав вид, что она, ну как бы, ну знаешь, как внимает предостережением Лолиты, она говорит, шутливо говорит, Лолита, любя и шутливо, Лолиточка, подруженька, значит ли это, откуда ты это все знаешь? Значит ли это, что ты уже и ты привлечена этим пленительным полуводом? Рады, рады. He's saying that Radhika is one-pointed, and she's thinking only about Krishna. But suddenly she was attracted by this grove of Gunja berries, and she eagerly wanted to go there. She didn't know the reason of this. And Lolita is trying to protect her not to go there.
And Radhika is telling to her friend, why you are protecting me from going there? Maybe you already went there and you fell in love with this enchanting and charming, splendid demigod. Да. И Лолита, Говинда Махини, я буду от тебя немножко добавлять, да? Лолита признала. Ну откуда бы, да? Как она могла так описать, да? То, что мы слышали выше. Какой он изумительный, не ходи, миленькая, пропадешь. И Лолита признает, что да, я влюбилась. Но она говорит, из тех, кто уже втюрились в него, я тебе скажу. Она говорит очень серьезно, ей ну любя. Да зачем ему рада? Я вообще? Зачем ему пытаться привлечь меня? Я тебе должна сказать, что не меня он хочет привлечь, а лишь тебя, блистающей небесной краснотой, царицу Вишабхану Нади. Ой. Вот я вам говорила, что лучше мне книжку иметь, потому что ну, тяжело мне и слушать, и переводить одновременно, и погружаться. И... Да, Лолита сказала, зачем я ему нужна. Да. Я ему не нужна, и мы все. Только ты одна должна. Да? То есть он охотится на тебя. Вот как переведите, Говинда Махини. And Lolita is saying to her friend that, yes, although I've already fallen in love, and many girls who saw his dancing brows and sidelong glances, they already fall in love with him, but he does not want all the girls, he need only you, the glistening, the unrivaled queen of Vrindavana, Rishabhanu Nandini. He needs only you. He hunts like a hunter, only for you. Говинда Махини. И как бы, да, разговор двух девочек, двух подруг, Лолиты и Радхи. И Лолита, и наша Рада, она слушает, внимает словам Лолиты, и в этот, знаете, как в это же самое время она начинает слышать флейту из этой, вот этого леса Рудракши. Ну, то есть, ее просто манило, значит, что-то привлекало. Ну, какое-то, знаешь, как сияние. Почему я говорил ночью, да? Какой-то свет исходил оттуда. Она хотела бежать туда. И затем она услышала оттуда звук, флейту слышит. И то есть, и когда Радхика, вот теперь по тексту я читаю, слушая слова Лолиты, Радхика вдруг преисполнилась радости и необычайной Нуананды. И она подумала, просто изумительно, что разочаровательницу исходит из той катамбу леса Гунжа. И наша Радхика, представляешь, она теряет самообладание. То есть она бежит, не зная, но на, ну как бы в своем адеквате, у нее есть любимый Кришна. Представляете, что? Какой грех, ну как бы, да, с ее платформы это грех. Представляешь, какая игра? И там это все будет, Говинда Махини. And it was a dark time, like the late evening, and Radhika, when she had this intention to go to this Gunja forest, she saw some light from that forest, so she was attracted by this forest and she wanted to go and check. And when Lolita said to her that there's some enchanting demigod boy is wandering around, so she warned her not to go. But Radhika, after her friend Lolita finished her speech, she heard some flute song from that grove, so she rushed at once to this forest. And Radha Govinda is saying that, can you imagine that this is quite a sinful reaction
quite a sinful action, because she already has her beloved. She already has Krishna, but she is rushing towards another man, into this beautiful Gunja forest, because this flute song is dragging her there. So she cannot resist, and she is just rushing without thinking what she's doing. Говинда Махини, опять маленькая предыстория, да, от меня дополнение. И то есть, ну, представляешь, Рада слышит эту флейту безумную, да, этот звук, да. И она уже как бы начинает туда двигаться, и глядя на Радхику, знаешь, Лолита так в спину ей, Лолита говорит, Лолита подумала: о, Рада, как невинная молодая лань. Она как невинная молодая лань, которая вот-вот попадет опять в сети этого охотника, полубога. То есть она ее уже, знаешь, как все, ну типа, Рада пропала. And when Lalita is seeing how Radhika is going to this forest, looking at her back, she's thinking inside herself that, oh, Radhika, you are just an innocent deer, and this hunter with his net, he already caught you. И Лолита как бы начала немножко, знаешь, как она, ну, бежит, она видит, что она потеряла, она впала в безумие, да, вот в эту, в некую прямо вочить. Единственное, что как бы объект здесь ей, Радхики, он не познан. И с большими усилиями, знаешь, как она побежала, и потом Рада немножко опомнилась, как бы. А, она, знаешь, как остановилась, потому что ее Лолита придержала. И Рада с большими усилиями подавила волнение, знаешь, вот это отвлечение на Лолиту, которое, ну, не ходи, миленькая. И она подумала, Рада думает: я должна найти того, кто издает эти божественные звуки, подобно реке Нектара, сказала Рада. And Lalita caught her by her clothes, Radhika, to stop her, to prevent her not to go. And Radhika, this her enthusiasm went down a little bit, and she thought inside herself that, for sure, I need to find that person who is playing so beautifully on the flute. And this flute song is like the stream of the nectar. И Лолита продолжала, останавливая Радхику, да, то есть она остановилась, Рада остановилась. И Лолита сказала: о, Рада, Радочка, пожалуйста, скажи мне, что случилось с твоим неоскверненным никогда умом? Ты бежишь непонятно вообще кому и куда. У тебя же Кришна, Говинда, она ее попрекает. Знаешь, она напоминает ей о Говинде. То есть, представляешь, Рада, вот что, как это вообще, что за состояние? Однонаправленную Раду что-то там, да, вот эта флейта поманила. И Лолита ей говорит: Радочка, скажи мне, что случилось с твоим неоскверненным умом. And Lolita is trying to shame a little bit Radhika. She's saying, oh, Rada, what had happened with your purity, with your pure mind and with your chastity? What are you doing? You already have your beloved. И Рада, да, помните, как Садху Махарадж всегда говорил, да, в нашей ачаре, то есть вот эти отношения Радхи и Говинды, да, Рады Мохана, это паракия, это запретные. И Рада всегда как бы на шифре, даже от своих подружек. И она как бы скрывая, да, ну как бы, куда она стремится, она понятно, что про Шьяму она думает, да, про Кришну. Она, возможно, он же ее там зовет, но кто,
кто по ночам играет в лесу на флейте во Вриндаване, да? И Рада говорит: зачем, подруженька, зачем ты задаешь такие странные вопросы? Почему ты думаешь, что что-то случится со мной вообще? Я посмотрю, мне надо. Ну, я пойду туда. Мне надо Гунджа, помнишь, она начала? Ну, я пойду соберу там цветочки. Вот. Рада. Я забыла. И Гавина Бакити стояла на первом месте. Он ли рады-рады, переводите. Рады-рады. Да я же слушаю тоже, я же погружаюсь тоже. And Lalita is saying, oh, Radhika, what had happened to your purity and chastity? Don't go there, because who... And we can imagine that it is Krishna who is calling her, her beloved. But who can play in the Vrindavan forest in the late night on the flute? It's only Krishna who is playing. But Lalita, she wants to prevent her girlfriend not to come there. И тогда Лолита, да, знаешь как, она понимает, что Рада сейчас побежит, да, то есть пропадет с этим Купидоном, и Лолита как бы, знаешь, жалеет ее, ну а Рада уже все, ну как бы она безумно стремится туда, и Лолиточка просит, Лолита просит, да, свою подруженьку Раду возлюбленную, моя подруженька, дорогая Радочка, скажи мне честно, что с тобой случилось, из-за чего ты так смутилась? А помнишь, она подняла, да, Лолита, она же охранник, премьер-министр, она ни одну эмоцию не пропустит. Да, да. Она уловила, что что-то она, какой-то у нее план коварный в Радхике, который не знает Лолита. И она об этом ее смутила. Да. Почему ты смутилась? Спросила Лолита. The feeling compassion to her girlfriend, to her condition, Lolita is asking, oh, Radha, why are you so ashamed? Why are you? What plan do you have? Because Lolita is a close friend. She knows the emotions of Radhika. So she noticed that Radhika has some plan. И Рада тогда, знаешь, да, вот, вот сейчас переход будет, да, до этого она как бы прятала свои эмоции, да. Да не-не-не, я только посмотрю, значит, какой там полубог? У меня же Кришна есть, одним глазком. И затем Лолита спрашивает, что-то не то, что с тобой, Радхика? Что тебя так манит вот в этот лес? И Рада говорит ей в замешательстве, но открывается. О, подруженька! Ну, как бы, что со мной происходит? Подруженька, я не могу понять, говорит Рада. Что за звуки доносятся из этой кадамбовой рощи? Они просто насильно, знаешь, как звуки, как воины, насильно входят мне в уши. И из-за этих звуков во мне пробуждаются такие чувства, неподобающие для целомудренной домохозяйки Вриндавана. Ну, то есть она влюбляется, представляешь, она начинает влюбляться, не видя человека, в флейту. Вот просто кто играет? Кто так может играть? Да, удивляет. Как бы делится этим Радхика со своей Лолитой. And Radhika, being bewildered, she's saying to her girlfriend very openly that she is falling in love with only not seeing the person. She is falling in love just hearing the flute song, because these notes of the flute, they're like a guards coming to her ears, coming to the heart, and reviving the feelings. How to say? Feelings which are not so good to the chest housewife of Vrindavan. И Лолита говорит,
ну так, вставила два слова. Радочка, ну что ты там слышишь? Ну какая-то флейта играет. Ну флейта и флейта. Ну что тут такого? Сказала Лолита. And Lolita is saying, okay, it's a flute song, but what is about this flute? It's just an ordinary flute and an ordinary song. So why are you rushing so fast? Говинда Махини. А флейта, знаешь, как они говорят, а флейта продолжает звучать. И Рада уже возбужденная. Знаешь, как, ну как она влюбилась как бы по обладателю этой флейты, да, по ее игре. И знаешь, как и вот это как чувство измены, измены в Радхике, знаешь, вот этой благочестивой хозяйки. Рада, сори. И Рада возбужденная. Уже возбуждаюсь флейтой. Или переведи давай, да, матушка, пожалуйста. Radhika is very excited and she wants to rush at once there. But inside the heart, she's feeling some adultery, измена. Да. Почему? Сейчас ниже, сейчас пойдет еще один абзац, и там будет понятно. И Рада возбужденная, знаешь, как она слушает флейту, ну, то есть влюбляется еще больше, она готова вообще все там, и мужа, и Кришну все отдать. Но кто это играет? Кто это играет? Я тебе даже больше скажу, она еще не знает, что это Кришна. Сейчас, ну, там, дальше по молитве будет, станет понятно, она трижды будет, ну, как, знаешь, как проклинать себя, что я трижды сегодня изменила мужу. Рада. Radhika is very, very excited. And she is very puzzled because she didn't know that time that it's Krishna is playing this song. So she's feeling inside herself some like cheating and that she is doing some cheating because she already has a beloved. And in this commentary afterwards will be like three times she will be cursing herself like she cheated three times her beloved. И тогда Рада открывается Лолите. Знаешь, как Лолита говорит, ну что там, ну флейта и флейта. А Радхика говорит, слушай, на меня как-то вообще вот как она на меня действует. И Рада говорит, чья флейта издает эти звуки? Подруженька, они бросают меня в дрожь. В дрожь я дрожу, хотя сейчас не холодно. Они пронзают, ты не поверишь. Эти звуки, представляешь, а Рада это, то есть, ну, это ее чувство бхавы. Они пронзают меня, словно стрелы. Горящие стрелы и обжигают мое сердце, как огонь. И теперь я поняла природу этой музыки. Рада говорит, я поняла природу. Это какой-то искусный волшебник, маг, принес, произносит во время вот этого играния, произносит еще какую-то мантру на нас, девчонок, влияющую. Я не могу, я, короче, бегу, говорит Рада. Рада. And she's saying to Lolita that, oh, Lolita, I don't know what is happening, why this flute song is so magical, because I'm trembling and I'm shivering when I'm hearing these notes, and these notes like an blazing hot arrows, they are coming to my heart and I cannot resist. I need to go to see who is this flute player, and I think it's not the ordinary person, it's some magician who is telling some mantra because such an effect to all the girls around, they cannot resist, and then they just run and rush. То есть, да, наша Радхика признается Лолите, и в это время, вот эту, да, антураж такой внешний, внутренний, полянка, на эту полянку, где сидят две девочки, да, гопи, Рада и Лолита, туда входит Вишакха. Входит Вишакха, и она несет какую-то закрытую картину в руках. И она, слыша
ну, вот разговор, признание Радхики, видя и наблюдая, ну, приближаясь, подходя, она, наблюдая за Радхикой, Виша, наша Вишака подумала. А ну, она видит. Она полностью преобразилась, моя Рада. Должно быть, ее ужалило, ужалили звуки этой змеи, флейты Кришны. Знаешь, как они все были в него влюблены, она, получается, как последняя. Ну да, и она такая, Вишака, ну откуда, ну, да, Говинда Махини, откуда можно обладать, да, этой информацией? И Вишака говорит, спрошу-ка я об этом, и говорит ее вслух. О, Светлолика. Ну, знаешь, как здороваются девушки. О, Светлолика Рада. Я вижу, что слезы из твоих лотосных глаз падают на землю, превращая ее в грязь. Я вижу твое дыхание, которое да такое дыхание заставляет подпрыгнуть твою сай и ва. И волоски на твоем теле стоят дыбом, и я думаю, что это экстатическое. Любовь правитель того сладчайшего звука флейты. Наши кинкари видели его недавно. Он вошел в эту службу. Эти звуки флейты. Недавно я вижу, прям недавно вошли в твои уши. Говорит Вишака. Рады, рады. And suddenly, this courtyard where Radhika and Lalita was sitting and talking with each other, suddenly Vishaka Sakhi came there with some picture in her hand, covered with a cloth. And she is amazed seeing her friend Radhika in such a state, such an excited state. Like, and she can understand what had happened to her, because she's the last from the friends who fall in love with this person. So she can notice her hair standing on end, her faltering speech, her voice is faltering, and he can see all these beautiful transformations in Radhika's behavior and appearance. So she's wondered, and she's saying out loud, like, oh, fair-faced girl, oh, beautiful one. Я забыла, что она говорит, Вишака. Микрофон включите, микрофон. Микрофон выключен. Все, рады. Что она говорит? О, Светлолика Рада, слезы из твоих глаз я вижу, падают на землю, превращая ее в грязь. Ну, то есть она сильно плачет. При этом, говоря с Лолитой, она рыдает. Она, знаешь, как, она не может туда не бежать. И Вишака, как бы, знаешь, она только вошла, и она, и, ну, как бы, с вопросом, почему, ну, что на тебя так повлияло? И она продолжает говорить, да, слезы падают из глаз на землю, превращая ее в грязь. Твое дыхание, у тебя такое дыхание, оно заставляет прыгать, знаешь, как платье вздыматься. И на твоем теле волоски стали... Давайте, я просто не запоминаю, когда очень долго... And Vishaka Sakhi, she is saying to Radhika, oh, fair-faced girl, I can see that from your eyes, the tears are streaming and dripping on the ground, and there is a mud everywhere. And
So we can understand that while having conversation with Lalita, Radhika is profusely, she's crying because she's very eager to go and to meet. So Vishakha is saying that I can see these transformations in you, these tears and your breathing. Your breathing is very я не знаю, как сказать. You know that the breath is very heavy, so I can see this, that something is happening with you. И Вишака продолжала: «О, Рада, я вижу, что волоски на твоем теле стоят дыбом». Знаешь, как ну, человек, представляешь, как в полном вообще там, не знаю, там экстаз и радость, и, ну, все эмоции. Стали дыбом волоски. И я думаю, говорит Вишака, что это экстатические признаки любви проявились из-за того, что ты услышала звучащий звук флейты Говинды, который я вижу, что прям недавно вошел в твои уши. And she's saying that seeing all these transformations in you, Radhika, I can see, I can understand that this flute song of Govinda just not so long time ago, just recently came to your ears and inspired such feelings, because she has the hand standing on end and she's in quite mad state, in ecstasy. И тут, короче, Рада, знаешь, как, ну, тут Лолита говорила, Вишакха говорила, и тут Рада, знаешь, как, а она прям, ну, все, она влюбилась, наша Рада влюбилась в Говинда Бахини. И пока еще не знает, в кого, я вам говорю, не в Абхимади, не в Говинду. Это же, ну, Радика is fall in love, but it's amazing that she fell in love not in Abhimanyu and not in Krishna even, but to someone third, the third person. И Рада просто, знаешь, как она дрожала. Представляешь, человек, ну как вот в болезни, в истерике уже дрожа, она говорит: «Лолита, Лолиточка, я снова слышу эту флейту». Знаешь, вот с такими эмоциями Говинда Бахини. And Radhika, she's trembling and like a mad person, like a sick person, she's desperately, she's saying to her friend, oh, Lalita, I'm again hearing this flute song. И Лолита тогда, знаешь, с эмоцией, ну, она понимает, что, ну, все, сейчас она, или как бомба взорвется здесь, а она, представляешь, она еще и плачет, и рыдает, там Вишакха пришла, ну, уже грязь вокруг, ну, представляешь, Рада плачет. Она же однонаправленная, то есть там уже там в озерце стояла грязи, и Лолита поняла, что сейчас она рванет, надо ее, пускай бежит. И Лолита говорит, ну, знаешь, как с таким с предупреждением, знаешь, как бы, и с радостью она говорит, Лолита, о нежная Рада, да, я тоже вижу, что ты слышишь эти звуки, которые исходят из уст на берегу. Ну, она ей задает направление, ну, куда бежать? На Ямуну. Какая там Кадамба бывает? Сквозь нее и на Ямуну чешет. Да, эти звуки исходят из уст кого-то. Из уст флейты на берегу Ямуны. Эти звуки подобны, знаешь, Гаруди, который носит Вишну. Гаруди, который уничтожает змей. Спокойствие, Гопи. Спокойствие кого? Гопи. Wow. То есть мы все там уже, все. Рады.
And Lalita, seeing the state of her girlfriend, because Radhika now she's standing in the mud because of her profusely her tears. She's seeing this state of madness, so she's saying that, oh, I can see that you are hearing that this flute song and you're so eager to go there that you should come to the bank of Yamuna from which we are hearing this flute song. So she is telling her the direction, not to this grove with gunja berries, but you should go at once to the bank of the Yamuna. And she's saying, Lalita is saying that this flute song is like the Garuda who is carrying the Vishnu, Lord Vishnu. And like Garuda is killing the snakes, so these flute notes, they're killing the peace of the hearts of each and every gopi. И Лолита, знаешь, теперь Лолита открывает сердце, да, как она тогда с Бабаджи говорит, да, то есть сердце, разум, там, участников, да, всех, там, Кришны, Говинды, и вот теперь сердце Лолита открывает. И она говорит, рады, да, я тебя понимаю. Знаешь, как эти звуки, подобные тханвантаре, знаешь, как аюрведическое, да, бог аюрведы, он дает траву, он исцеляет гопи, да, да, беги, беги, давай. Он исцеляет гопи от болезни, целомудрия и застенчивости. Это вот этот звук флейты. And Lalita is saying that this flute song is like a Dhanvantari, the god who is incarnation of Vishnu, who is healing, the healer. And this Dhanvantari is giving the curing grass, this healing grass to the gopis, to cure them from their virtues, from their chastity and modesty. И Лолита продолжала. Этот звук, его флейт, я его тоже слышу, Лолита говорит. Он подобен Агастьямуни, знаешь, такому великому мудрецу, который выпивает океан благочестивой гордости всех нас, кто слышит гопи эту флейту. And Lalita is continuing. She's saying that, oh, this flute song is like Agastya Muni, who had drunk the ocean. And this flute song is drinking the ocean of modesty and chastity of all the ladies of Vraja. И Рада, знаешь, плачет, да, то есть не, она понимает, Рада как бы, знаешь, как она слушает Лолиту, ну, да, ее откровение, и она как бы понимает, блин, и Лолита влюблена, и видишь, как я пропала. И она говорит, подруженька, Лолиточка, меня терзают такие глубокие эмоции, терзает мое сердце, помнишь, она говорила, да, как стрелы горящие, прям сквозь сердце, представляешь, проходит. Если они не пройдут, Лолиточка, я же не смогу уснуть этой ночью, подруга. Ну, знаешь, как мне жить вообще теперь с этим? Я хочу вот, увидеть обладателя этих звуков. Рады. And now Radhika understands that all her girlfriends already fall in love with this person who is playing the flute. So she's saying to Lalita, oh, my dear girlfriend, I cannot tolerate this torturing of this flute song. So I need to go and to see who is doing this, who is playing the flute. Otherwise, I don't know how to live and how to fall asleep today if I didn't go and check and see who is the player. И затем вмешивается Вишака в диалог.
Помните, она пришла вот как бы, да, на полянку на нашу, да, на в кунжу сегодняшнюю. Она с картиной шла. И она, знаешь, как они все переживают, блин, ну Рада, мы-то влюблены. Да? Но Рада-то, она же вообще однонаправленная, она безумная. И Вишака говорит, у меня средства. Она такая, она, знаешь, как, ну она стремится к тому, покажу-ка ей картину, знаешь, ну кто это играет. И она дает ей портрет Говинда. Говинда дает. Но пока ничего не говорит, имен никаких нет. И Вишака говорит, Рада, у меня в руках я принесла действенное лекарство. А помнишь, да, Рада признавалась, меня такие эмоции терзают, они просто жгут мое сердце. Если они не пройдут, я не смогу уснуть ночью. И Вишака говорит, у меня есть лекарство. Оно излечит твою болезнь, говорит Вишака. И дает ей портрет Говинды, нормально лечит. Говинду Васильевну. Да. Это будет третий раз, второй раз, когда она изменит. Там она флейту, и знаешь, как это разные. Mm. Они же не связаны, она туда не сбегала, знаешь. И вот это, и как вы... Ну давай, переводи, Рады-Рады. And Vishaka is saying to her friend, to Radhika, she's saying, oh, Rade, I can see that you are tortured by this flute song, and you are saying that you cannot fall asleep today if you... your heart is burning with the arrows of these notes. So I have a remedy for you. And she is giving her some picture. She is not saying the name of the boy who is on this picture, but she is just putting this portrait in her hands. So it will be the second time when Radhika will like the adultery, the second time. First time it was a flute song, and the second time she's seeing the picture of Govinda. Да, знаешь, как Вишака, что делает Вишака, да, вот на языке сердец, да, то есть она пытается уберечь, чтобы она не влюбилась в Кришну, да, и она какое-то средство принесла. Она понимает, знаешь, как предыстория вот следующего абзаца будет, что Рада, она готова бежать. Знаешь, как она, как Феррари стоит, уже там шины горят. Она сейчас рванет. Это последний диалог. Это так напоследок она кидает. И затем Вишака такая, не-не-не, Радочка, не беги, ты что? Значит, ну, они понимают, что будет-то? Ну, что будет? И Рада такая говорит, ну, ладно, посмотрим, Вишака, давай пойдем вот туда, в тенистое место. Тенистое место, полное цветущих лотосов. И посмотрим там твое лекарство, говорит Рада. Была у меня одна, вернее, есть у меня одна гуру-сестра, которая сочинила песню «Девушка Феррари». Теперь я знаю, про кого это песня. Вообще, у вас такие просто сравнения, я не могу вообще. Очень. Ну, очень образно. And Radha Govinda, he is saying that Radhika now she is like, you know, like a sport car, like a Ferrari, who is like the tires are burning. She like 1 second and she will go at once. And Vishaka is stopping her with this portrait. She's saying, oh, I have a remedy for you to cool you down. Let go to the under the tree, and we will uncover this portrait, and we will see together what is there, who is on this picture. This Leela, he is looking, watching, he's entering in this Leela, he is looking. Продолжаем, да, Говинда Махина? Так, я что-то слышу, очень плохо слышно. Sorry, it was some question. One devotee is asking Mataji that he is a spurti
of this Leela or Bhakti is there. I see, yes. He's reading from Madhuri. He's reading from the book of Srila Rupa Goswami. Из какой книги мы читаем? Vidakta Madhava, Rupa Goswami. It is Vidakta Madhava of Rupa Goswami. It's a Leela of Rupa Goswami with commentaries of Ananta Das Babaji Maharaj. Продолжаем. Рады-рады. Да, да. Баба. Very nice, very nice. Давайте, что там дальше произошло? Сахарная Бхава. Here? What? Go on. Самаснех. Гурудев говорит, что это говорит Бхава, да, вот это Сама. То есть и Кришне, и Радхе. Good, good, very nice, beautiful. И затем, короче, это оставляем эту полянку, да, то есть это большая, ну, как бы, да, вот даршан, он из нескольких глав состоит. И такая картина, переносимся, да, на дорогу, дорога во Вриндаване. Пыльная, цветущая, да, там каждый, все пышет любовью Градхики. И бежит одна подруженька Радхарани Нандимукхи. Она идет по дороге и размышляет, зачем Пурнамаси мне приказала, ну, послала меня и сказала: Нандимукхи, я слышала, что мое дорогое дитя, Пурнамаси, бабушка, да, вот эта знахарька, ведунья, йога майя, она приказала, зачем она мне приказала дитя мое, я слышала, что Рада моя очень больная, пожалуйста, иди узнай о ее болезни. А я сейчас пойду в дом Мукары, да, бабушки, ну, в дом Радхарани. Понятно, Гавинда? Да. Yeah. And now there is another stage. There is the road in Vrindavan with the food dust of Rajavasis, very lovely, with this imbued with love, very beautiful road in the streets of Vrindavan, and Nandimukhi is running down the road. She's running to Radhika because Purnamasi, Yoga Maya, told her that Radhika is now, she is sick. And herself, Purnamasi, went to Mukhara, to the grandmother of Radhika. And Nandimukhi now is going to Radhika, to her place. Wow. И, в общем, бежит, да, наша Нандимукхи, так размышляя, и она видит, что приближается к ней бабушка Радхарани, идет из Евата. К ней пошла Пурнамаси, как бы отправилась, а она видит эту бабушку, что она идет, еще причем так рано. И по дороге Нандимукхи встречает, да, видит на приближающую Мукхару бабушку Радхарани, и подумала, почему эта бабушка сегодня идет сюда так рано, и почему она вся в слезах. Знаешь, идет эта бабушка Радхарани, плачет. И Мукхара, ну, как бы плача, говорит: о, горе, у меня горе, какое несчастье на всю нашу семью. And Nandimukhi is meeting the Mukhara, who is coming from Yavat down the road also. And they met together. And Nandimukhi is wondering why this old lady, why she is coming so early today, what had happened. And the grandmother of Radhika, she is in very pitiful state. She is crying and she is lamenting that, oh, why this distress came to our dynasty? What? Why this had happened? Ну, знаешь, как взрослый человек плачет, бабушка идет, ну, как мама, старшая мама. И Нандимукхи, знаешь, с чувством, ну, успокоить ее, да, вообще жалея ее, она говорит: о, почтенная бабушка, матушка Мукхара, что случилось, почему ты так плачешь? И Мукхара говорит:
и сострадание моего любимого дитя Радхи. А Нандимухи, а что с ним? И Мукхара говорит, то есть она, знаешь, как в доме, она сейчас не в Ивате, наша Рада, да, а в доме. Мукхара говорит, она постоянно произносит какие-то безумные речи, знаешь, как сумасшедший что-то. Она как будто бы словно сошла с ума. Вот послушаешь ее слова. И что, ну, как бы я слышала, что она говорит. Говорит Мукхара. О, жестокий шмель. А знаешь, как Арада, это сидит Арада, которая вот влюбилась, фоксует. Ну, она сейчас побежать должна. Вот та Арада сидит. И при этом она, ну, как бы, в той, да, в том состоянии, в той пхаве, она говорит. Вот это несуразная речь. Рады. Ага. Сейчас надо аккумулятор подключить. Секундочку. Давайте я переведу пока. And Mukara is saying that now Radhika is sitting in her house, in her room, and she's like the mad. She's quite insane. Her speech is quite mad. And we cannot understand what had happened to her because she cannot do anything. She cannot even speak. She is in completely mad state now. Мукхара, плача, говорит, продолжала. Вот она говорит следующие слова. Ужасточные. Она, знаешь, как будто бы, знаешь, как сумасшедшие. О, жестокий шмель. Не пачкай вообще мои гурлянды. Ты своими черными ногами прикасаешься. Ты пушистый и вообще грязь. Я всего лишь думал, девушка. Кто-то тебе дал право пошутить. Убирайся. Немедленно уходи отсюда. Это Мукара говорит, как Радика? Что Радика говорит? Нет, это Мукара передает слова. Вот это бормотание Радхарани ну, в бреду, она рассказывает, да, Нандимуке, Мукхара. And Mukhara is saying to Nandimukhi this delirious, mad murmuring of Radhika. And Radhika is saying, O cruel bumblebee, don't sit on my garland. You will make this garland impure. Please go away, bumblebee. И Мукхара продолжала. Послушай еще, Нандимуки, Лотосакуока Радхика, твоя подруженька. Она вот это, знаешь, как вот это бредовое, ну, сумасшедшее состояние, она подобные речи и днем, и во сне. А потом пробуждается. И опять что-то бегает, бормочет. Или что-то делает и бормочет. И снова засыпает. И в таких мучениях она проводит уже несколько дней и ночи. То есть я думаю, что в эти моменты она не хотела даже готовить. Она влюбилась вот в того, которого ее, помнишь, не пускали. Рады. And Mukhara is continuing. She is saying to Nandimukhi that Radhika in this delirium, in this delusion, she is spending all her days and nights. She is just murmuring something. In this mad state. So probably she's not even going to cook because we know now that she fall in love with some third person. Наша Нандимухи, она думает, да, слушая бабушку Мукхару, она подумала, нет, бабушка, разговоры подобного рода – это не признаки сумасшествия, скорее это желание. Это знаешь, как проявление ее желания, удачливой нашей Радхи, принять участие лично в играх для него. Радость.
And Nandimukhi is saying to the Mukara that, oh, no, the old lady, you are thinking wrong. It's not her real madness. It's just the expression of her desire to take part in some pastimes. И Мукара говорит, да, ну, знаешь, как встретились, поделились несчастьями, и Мукара напоследок ей говорит, дитя мое, я побегу к бабушке, знаешь, как знахарке, ну, 3 дня уже, знаешь, как, днем и ночью бормочет, как сумасшедшая, ну, то есть заперли ее в доме у родителей. И Мукара говорит, я побегу к Пурнамасе, ну, за знахаркой, за доктором, я пишу ей, а ты беги в рощицу, ну, в нашем доме, в рощу из деревьев ветоси и понаблюдай. Смотри, ну как, может, там кажется, может, она тебя увидит. Посмотри и убедись вообще, что, ну, то есть, знаешь, как, ну, реально, у Рады поехала крыша конкретно. Она ничего не делает. Она не ходит готовой. And Nandimukhi is saying to Mukara that, oh, you should come to Purnamasi, like to go to the doctor. And I will go to Radhika and I will see whether she's really in this delirium or not. Because really, she's not doing anything. She's just in this abnormal state for some days. И обратно возвращаемся на, да, вот эту, в Кунжу, вот в Ветоси, да, где сидит Лалита, Рада и Вишак. Опять туда, из дома, да, или из дороги. And now we are back in this Ветоси Кунжа, where Лалита, Вишак and Радика, they are sitting all together and having conversation. Да, и тем временем Лалита и Вишака, они находятся вместе с Радой. Помните, в тени, да, под каким-то деревом с цветущими лотосами, да, они, три подруженьки, Рада, да, Вишака и Лалита, они рассматривают портрет, который принесла Вишака. И тем, да, рассматривают себя. And now the three of them, they're sitting and they're looking at the portrait, which Vishaka brought to her friend, to Radhika. И надо понимать, то есть это же, Кришна Говинда, да, Мурари играл. Она в него влюбилась, по сути-то в него. И тут, да, вот этой влюбленной, помнишь, как Феррари, девушка Феррари, она безумна, она уже бежит, она ее дрожит, все. И ей показывает, Вишака принесла лекарство от Хавантари, да. Да! Она видит этого, блин, знаешь, кто-то, ей еще сказали, вот этот играет. Портрет Рада видит, ты представляешь, как там безумие. То есть они ее... Помнишь, Говинда Махини, я Дамодару на прошлом зуме, брат, говорил тебе, раскручивают эту карусель. Вот этих эмоций, Пхав, Радхи, все раскручивают, там и Манджари. Они усиливают ее. Да, это делает вот Вишака. Рады. And we must understand what is happening actually there, because Radhika, she's like Ferrari, this car, where just like 1 second and she will go to this flute player, and Vishaka wants to stop her, but with what? She wants to show her the face of this flute player. So it's like the madness. She will make Radhika even more mad. And like Damodar, the last Zoom, he was saying that all Sakis and Manjaris especially, they want to to expand the feelings of Radhika, to make these feelings deeper, to make the feelings more strong. So they are doing everything to make these feelings more high. So with this portrait, Vishaka is trying to make her love feelings, her love madness even more. И Рада, ну, то есть смотрит на портрет, вот эмоции, да, ее ум, ее чувства, ее пхавы, вот вся ее любовь. И
Она смотрит на портрет и думает, я же сегодня, помните, она влюбилась реально, по-настоящему. Никакого ни Оптимани, ни Говинды. Вот, блин, кто это? Кто так играет? И она раз, помните, она предала, изменила. И вот второй раз, она, видя портрет, она говорит, наша Рада, она еще слава, то есть она влюблена в него. И она говорит, мое разбитое сердце уже сегодня раз изменило. И теперь просто взглянув на этот портрет этого юноши, я безумно влюбилась. Этого юноши. Ни Мурари, ни Людмилы. Баба, не шепчи, тихо очень, говори нормально, плохо слышно тебя. Атя. Да, мне тоже, но у меня на наушнике, я что-то разбираю, но я понимаю, что это эмоции. So Radhika, in her this mad state, she's saying when they uncover this portrait and she is looking at this face, and on beautiful face of Mohana, she's saying that, oh, my broken heart today was, I made this adultery once because I fall in love with this person who was playing the flute song. And now I'm seeing this beautiful face of another young man and I'm again fall in love completely with him. So what is happening with me? She's very agitated. Beautiful, very nice, very nice. Acha. For you, my friend. Rada, Baba. Very nice. Давайте, есть еще время, можно буквально... Ну вообще да, уже все, 10 часов. Блин. А у вас еще часа на два. Ну, буквально вот так, Говинда Махиди. Вот обзади, Марина. Давайте. Конечно. Very nice. Thank you. И тогда Лолита и Вишакха, они говорят, знаешь, ну как, они видят, пропала девчонка, пропала наша подружка. И они говорят с беспокойством, Рада, мы видим, что ты чем-то взволнована. Расскажи нам, поделись, мы же твои подруженьки. Ну типа, что тебя так терзает? О причине своих страданий. И Рада глубоко вздохнула и отвернула лицо. And Lalita and Vishakha, they can see that Radhika is now more excited than before, that something is happening inside her. So they are asking her, like, oh, our dear friend, oh, beautiful Radhika, what is happening with you? Please share with us. And Radhika, she's just make the sight, like, breathing very hard and turn away her face of them. И тогда Вишакха посмотрела, да, нежно, заботливо, любя. Она посмотрела в лицо Радхи и сказала, подруженька, откройся нам, что за беспокойство похитили мир твоего нежного сердца. И даже ты же самая благочестивая, достойная, самая из нас. Что похитила, поделись. И почему твои лиловые одежды сбились? Так ты глубоко дыхала. И они еще и промокли насквозь, говорит Вишакха. And Vishakha is saying that, Radhika, you are very, you're the topmost the girl of all of us. You're so tender, you're so chaste. What is happening with you? Your clothes now are disheveled, and you because you breathe so hard, and they are wet because of your tears. Please share with us what are you feeling now. Говинда Махини, тут сейчас перед следующим абзацем, ну, волна обхава, надо маленькое предыстория сказать, вступление. Что происходит?
Рада, Вишака, по сути, типа, успокой, у меня же лекарство есть, сейчас никуда не побежишь. И она показала картину, знаешь. Она влюбилась в картину. Она, знаешь, как Рада, одна направлена, она везде все равно видит Говинду, Мохана, Шьяму. Она влюбилась вот в этот портрет. Она в нем, знаешь, как в синих деревьях она видит Кришну, да, или в коровах, павлинах. Вот в этом портрете, там бы, я говорю, не Кришна был бы нарисован, она бы все равно Кришну увидела. И Рада смущенно говорит. Знаешь, как она же Махабхава. Она океан этих эмоций. И она говорит, уже жестокосердечная Вишака, подруженька ты еще называешься. И тебе вообще не стыдно меня об этом спрашивать? Вы меня типа лечите? Типа, ты же сама принесла мне этот портрет. Ты вообще что творишь, Паня? Знаешь, да, а Вишака раскручивала эту карусель вообще. Рады. And Radhika, she's saying, oh cruel-hearted Vishaka, what are you doing? Why are you showing me this portrait? And then you are asking me what is happening with me. And Vishaka is trying to make her feelings high with her questions and with this picture. Because Radhika, and Radha Govinda, he was mentioning that Radhika is so mad, she's herself Mahabhava, she's seeing everything which is slightly resemble of Krishna, and it's like for her it's Krishna himself. She's seeing trees or peacocks or clouds, and for her it's her Mohan. And even because of her deep feelings, she is the pinnacle of all the feelings. She is Mahabhava herself. So he is asking to her friend, to Vishaka, that what are you doing with him, with me? Why are you so cruel with me to show this portrait? И наша Вишака, да, подруженька Радхарани, вообще самая мягкая, самая нежная. Она с озабоченным видом. Ну, знаешь, как действительно, знаешь, как она же ее любит, заботится о ней. Она нежно спросила, Радочка, Рада моя, Рада, даже если бы я сильно захотела, я не смогу причинить тебе или обидеть тебя вообще. Ты что говоришь, мать? Как я тебя? Я тебе думала поможет, знаешь. Ну, она сходила с ума. Да? Ну, попробовали средства. Вишака искренне, знаешь, она любовная и нежная. Это, ну, как бы. Вишака is the most caring and tender girl from the circle of Radhika's friends, and she's very concerned, she's very worried about the state of her girlfriend. So she's saying that, I thought that it will work for you, I thought this picture will cure your heart. And she's saying this so innocently and so concerned to Radhika. Знаешь, как бы наша Вишака, она как бы сглаживает углы, да, ну как бы мы хотели помочь. И наша Рада, да, в ее вот этом, помните, как Шишарадха Раса Судханики, да, океан нектарных, да, вот этих пхав эмоций, у нее поднимается волна вот этой эмоции, да, маны на подруг. И она прям вообще, знаешь, как она, ну, опять же, она отвечает им на вопрос, да, опять это все с любовью. И Рада, наша Радочка, говорит, да. Ты выжила из ума, девушка. Рада. Ты типа меня лечила портретом. И наша Рада зарыдала. Ты же бросила меня в глубокое озеро. Озеро испыла. Знаешь, как нефть, когда горит, Говинда Махини. Ты представляешь, вот этот портрет ее, знаешь, это сердце просто спалил вообще. Вот этой любовью, привязанностью, красотой. And Radhika is saying that, and Radha Govinda now he's mentioning that Radhika is the ocean of emotions. So this time, answering this question, the huge wave of the man, of angry feelings to her girlfriends arise in her heart. And she's saying to Vishaka, to her tender girlfriend, that, oh, what are you doing? You wanted to cure me
with this portrait, but in fact, you put me in the blazing like a fuel. When the fuel is burning in the ocean, it's like the ocean of fire. So Radhika is saying that you put me in the center of this burning ocean of fire with this portrait. What are you doing? Знаешь, вот это эмоции, да? Мы же читаем не просто какие-то, да, там, да, это эмоции любви Радхики. И представляешь, вот эта волна гнева, она так брызнула, и эти гопи просто как вот брызги разлетелись, и Вишака просто крикнула, да как я вообще, как я могла способна на такое, типа, как тебя бросить в озеро это? И тогда Рада говорит, с гневом, прям пометочка, Ананта Дас Бабаджи, с величайшим, знаешь, Рада в гневе. Ну, а она, знаешь, как, от чего она так, ну, напрягается? Я забегу, простите, наперед. Она второй раз изменила Гавинду Кришну. Вот от этого, ну, знаешь, как вот это пылающий, вот этот огонь, измены. Mm. Рады, рады. And Radhika is this man, here Ananta Das Babaji is saying that Radhika is angrily, she's replying, she feels some anger, some man towards her girlfriends. But because of what? Because these girlfriends, they provoke the second time this adultery to her Mohan, to her beloved. That's why Radhika is angry on them. Наша Рада, да, наша Рада. А мы помним, да, что вот это желание, помнишь, Говинда Махиня, она, ее же успокаивали, остановили. Она бежит вот к тому, откуда флейта звучит. А флейта продолжает звучать. Флейта. И она говорит Вишакхе, ах ты, блин, подруженька, хитрая ты льгунья. Ты подруга, вот ты мне картину типа успокоить меня хотели. Ты подруга того черного змея, который изображен на этом портрете. And Radhika is chastising to Vishaka. She is saying, oh, you are a tricky liar. You are actually, you are the girl of this snake, snake-like boy. Who, так, подруга кого? Черного змея. Ну, портрета Кришны. Ты подруга, ты лагеря Кришны. You are yourself, the tricky girlfriend of this black snake boy. You're from his side. И знаешь, как вот этот гнев, знаешь, как наплывала, находила волна, и потом, знаешь, как разбивается вот эта эмоция, вот этой, да, горящего Радхиного сердца, она открывается, она говорит, Вишакха, потеряв самообладание, Радхика продолжала. Вишакха, как ты не понимаешь? Того, кто сейчас изображен, то, что, того, кого ты мне принесла, тот, кто изображен, он был подобен сияющему сапфиру. Он был подобен сияющему сапфиру. Он был с павлиньим пером и очень юный. И голос Радхики прервался. И Лолита с Вишакхой, с приподнятыми бровями, с таким изумлением смотрели друг на друга, что происходило с Радой. А Рада продолжала. Когда он... Она заикалась. Начала... Когда он улыбнулся и загнул свои брови. Говинда. Знаешь, как фантом, который человек, вышедший из картины. Вот об этом говорит Рада. Рада, Рада. Надо, Говинда, выходи, не надо выходить. Я забыла начало. Пожалуйста, Рада, Говинда, уже просто 10-15, у нас скоро бакты придут. У нас один махата. Простите тебя, рады. Сори. У вас, но, правда, я просто знаю, что вы можете 3 часа и 4 говорить.
Я просто половину не услышала. Вы когда голос сильно понижаете, мне даже вот наушник не слышно. Поэтому, пожалуйста, можно мы потом продолжим? Давайте у Гурудева спросим что-нибудь. Он сегодня молчал весь класс. Рады. Very nice, very good, very nice. Very happy. Only, no thank you, Mama. Only rady. He's Pagala, Gurudev. He's completely Pagala. For you, for Adam, for Nasha, Vadigi. Yes. Very good, very good, very happy.